лучше всего, как вы знаете, идут инструкции по зарабатыванию денег. Как однажды долго смеялся в 90-е годы. Самая популярная книжка в книжных магазинах была «Как стать миллионером». Это каким же надо быть дураком, чтобы пойти в книжный магазин, там купить выпущенную миллионным тиражом книжку «Как стать миллионером» и потом, значит, это пытаться применить на практике. Это сказочный идиотизм, мог, конечно, пройти только в постсоветской России. Потом была еще замечательная книга, у нас тоже была, издавалась миллионными тиражами, там «Карнеги», о том, как общаться с людьми. То есть уровень этой книжки примерно соответствует знаниям воспитательницы младшей группы детского сада. То есть, там, я специально завел эту книжку и полистал ее. То есть сказать, что для кого это предназначена книжка, невозможно. То есть если человек не может общаться с другим человеком на уровне детсадовского, ну там, средней группы, и это надо объяснять, то уже помочь ничем нельзя.